Традиционное награждение номинанта фрегаты «Морское перо 2017» среди представителей средств массовой информации состоялось на эстраде Приморского бульвара нашей ракушки. Маршрут регаты «Севастополь», «Балаклава-Севастополь» прошел у мест героической обороны города. В этом году номинанты среди журналистов за «Морское перо 2017» получили следующие: лучшие, как говорится, представители СМИ Севастополя, лучший фоторепортаж – это наш блогер на платформе Live Journal Югансон Юрий. Лучшая статья – Посяки Владимир Михайлович, издательство «Флаг Родины». В номинации «Лучший видеорепортаж» главный приз получает команда телеканала XTV в составе продюсер Милянский Владимир Андреевич, оператор Карташов Николай и автор сценария Паутов Михаил Михайлович. Для меня было важно войти вот в сообщество профессиональных яхтсменов. Я знаю, что это люди, которые не с первого раза доверяют тебе, которые еще проверят, как сканер. Знаете, вот поход в море все равно, что поход в горы раскусит любого. И вот мы с оператором приехали уже в надежде, что нас примут хорошо. И мы хорошо себя покажем, оправдаем доверие. И вот так повезло нам попасть на яхту «Юнона». Это оказалась легендарная яхта. Спасибо большое профессиональному сообществу яхтсменов, что высоко оценили наш труд. Регата «Морское перо 2018» состоится в конце мая следующего года и будет приурочена к открытию офисного центра яхт-клуба «Царская пристань». Владимир Милянский, Павел Булгаков, Артем Лобутев. Информационный канал Севастополя.